страдания Христа висит. Висит на древо вознесенный, в мучениях взор его лица. От мук страданий изнуренный, он смерти ждет, он ждет конца. Нет слов, чтоб выразить мучения, пробито тело острием, на голове венец из терна, оставлен всеми. И отцу стою, смотрю я на Голгофу, кто же распял тебя, Христос? Кто так жестоко поднял руку, кто сколько мук тебе принес? В ком нет ни капли сожаления, кто так жесток и полон зла? Кто причинил тебе мучения, распяв на древе, на креста, у креста? Христос взглянул с креста мне в очи. О, этот взгляд, он все сказал! И словно свет средь темной ночи мне мрак сердечный осиял. Я есть тот жестокий воин, который гвозди там бивал. Я бессердечный, злой, суровый, кто в злобе на Христа плевал. Я распял Господа и Бога, венец терновый надевал. Я был в числе того народа. О, взгляд, как много! Он сказал, Христос, так пол любовью, ведь я распял тебя, а ты висишь весь, истекая кровью, но взгляд твой полн святой любви, как любишь ты, Господь. Ко Христу, прибитые возями, ты руки, Господи, простер весь мир, они собой объяли, весь мир, Господь, тобой спасен. Из ран твоих предсмертной муки кровь Божья струится вниз. О, если б смог подставить руки, чтоб капли падали на них. О, если б смог поставить сердце, чтоб в сердце падала струя, чтобы любовью загорелась, чтоб мог любить, как ты и я. О, дай понять, Господь, как ты в мучениях меня, мой Боже, ты спасал, что смертью дал ты мне спасение, прощение и освобождение, чтобы навеки на служение тебе я жизнь свою отдал. Аминь.